Сегодня мы в открытой части нашего заседания правительства обсудим несколько вопросов. Главный из них – это капитальный ремонт объектов здравоохранения. Вы знаете, что мы реализуем трехлетнюю масштабную программу. Нас поддержали депутаты областной думы, были существенно увеличены ассигнования на капитальный ремонт всех, без исключения поликлиник, а также стационаров и больниц. Это требует тоже профессионального подхода и по организации торгов, и по выбору подрядчика, и по качеству работ, и по контролю. Вот что касается контроля, я еще раз обращаю внимание глав территорий на обязательное присутствие и вовлеченность в этой работе. Обязательное присутствие и вовлеченность того, что происходит у тебя на территории. Сегодня Дмитрий Сергеевич Марков нам доложит о ходе работ, и мы, соответственно, посмотрим, как обстоят дела. Всего в 2017 году у нас под Москвой запланировано завершить капитальный ремонт 318 объектов здравоохранения. Еще 90 мы закончим в 2018 году. В текущем году мы выделили дополнительно на эти цели 5,6 миллиардов рублей. То есть мы делаем реконструкции, капитальные ремонты там, где они не осуществлялись с момента строительства больницы и поликлиники. 40-50 лет, есть и такие. Переходим к обсуждению. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, вам слово. Спасибо, Андрей Ильич. Уважаемые коллеги, медицинская помощь оказывается в лечебных учреждениях в 2800 зданиях Московской области. На этапе отбора программы мы провели инвентаризацию, и 1217 объектов находились в плачевном состоянии и требовали капитального ремонта. Прежде всего, это здание, которое относится к поликлиникам. Критерии отбора по капитальному ремонту основывались на техническом состоянии здания, предписании надзорных органов, очень важная социальная значимость. Мы провели собеседование с каждым муниципальным образованием, где был совместно с главой выработан социально значимый объект, приоритетный по проведению ремонтов. И вторая тема – это пациентопотоки. Приоритет по категории работы проводилось – это детские поликлиники, родовспоможение, клинико-диагностический центр. Видно на фотографиях, ранее представленных, на это в каком состоянии находились объекты здравоохранения Московской области. Следующий слайд. Основная задача, которая поставлена как приоритет, 100% закрыть тему детства на территории Московской области. Это детские поликлиники, родовспоможение, профилактические учреждения и стационары. Следующий слайд. В итоге мы ремонтируем 71 учреждение детской поликлиники, 58 стационаров, смешанной поликлиники, 52, где оказывается помощь и детям, и взрослому населению, взрослые поликлиники, станции скорой медицинской помощи, детские стационары, женские консультации, клинико-диагностический центр, детские санатории и дома ребенка. Следующий слайд. В итоге мы должны зайти и завершить работы и начать ремонтные работы на 400 объектах в Московской области. Следующий слайд. На сумму 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Следующий слайд. С 310 объектов мы должны полностью выйти за этот год. Следующий слайд. 90 объектов мы передаем по двухгодичному контракту. То есть мы заходим в 2017 году и выходим в первом квартале 2018 года на сумму 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Следующий слайд. На сегодняшний момент вы полностью вышли с 93 объектов на сумму 1 миллиард 700. Там уже проводится медицинская помощь населению. Следующий слайд. Осталось завершить 217 объектов. В этом месяце. Следующий слайд. Мы должны выйти из 17 объектов. Я обращаю внимание руководителей муниципальных образований. Здесь обозначены районы, те объекты, из которых мы выходим. Прежде всего, это Орехово-Зуево, Раменский район, Волоколамский, Русский район. Следующий слайд. В сентябре мы выходим с 25 объектов. Балашиха, Одинцово, Сергиев Посад. Идет в дальнейшем нарастание выхода традиционно к концу года. Следующий слайд. В октябре месяце мы выходим с 30 объектов. Следующий слайд. 54 объекта в ноябре, обращаю внимание, Раменский район, Сергиево-Посадский район, Балашиха. Следующий слайд. И самый максимальный выход у нас идет на декабрь месяц, что требует консолидированной работы, потому что завершение как года, так и финансового года по Московской области. Орехово-Зуево, Люберцы, Сергиев-Посад, Химки, Наро-Фоминск, Щелково. Большое количество объектов, которые мы сдаем в декабре месяце. Следующий слайд.
А если говорить по распределению финансово и по количеству лечебных учреждений, у нас есть топ-лидеров, где максимально мы вкладываем, в инфраструктуру данных муниципальных образований. Прежде всего, это Балашка. Верните, пожалуйста, слайд. 600 миллионов практически вкладываем в Балашку, в Коломну 500 миллионов, в Сергиев Посад 400, в Подольск, Красногорский район, здесь на слайдах представлено. Если говорить об объектах, следующий слайд, то в Сергиев Посаде мы ремонтируем 25 объектов, в Балашке 23, в Подольске 21, в Королеве 17, в Коломенском районе 12, в Красногорском 11. Это все объекты, которые мы выходим в этом году. Следующий слайд. Теперь применительный по каждому муниципальному образованию. Там я остановлюсь, если можно, только на крупных учреждениях. В Балашке 23 объекта, 4 контракта у нас переходящие на 2018 год. Можно видеть, что в основном мы ремонтируем в Балашке уже больницы. В поликлиник мы в основном выходим и там строим новые абсолютно объекты совместно с Министерством строительства. Следующий слайд. На сегодняшний момент пока сдали один объект, 18 объектов сдаем до конца года. Это видно поликлиника Гагарина, где было максимальное количество обращений, там даже прогнившие полы находились. Я извиняюсь, Андрей Ильич, невозможно в рамках презентации показать всю глубину ремонта. По поручению Ольги Сергеевны сейчас готовятся ролики, и я прошу глав муниципальных образований нам помочь в организации данной работы по презентации. Спасибо. В Сергиевом Посаде 20 объектов, 4 переходящих. Здесь, подчеркиваю, основной акцент у нас идет на амбулаторно-поликлиническое звено, так как в районе очень в плачевном состоянии находились поликлиники. Следующий слайд. Уже видно, что мы выходим с 3 объектов в Сергиевом Посаде. Это в основном амбулатории пока сельские. Следующий слайд. Ремонтируем часть поликлиник. Следующий слайд. Подольский из 21 объекта, 7 у нас переходящих на 2018 год. Здесь тоже акцент идет у нас на поликлинике. Следующий слайд. Мы можем уже показать, что мы вышли из поликлиник. Вот конкретно видно, какое изменение по ремонту. Следующий слайд происходит. В Красногорске, следующий слайд, отремонтирована поликлиника на Ильинском шоссе. Совершенно другой внешний вид данной поликлиники. Ее можно видеть с дороги. Сейчас еще организуется подсветка ночная. Следующий слайд. В Орехово-Зуево мы полностью завершаем все объекты, у нас нет переходящих объектов на 2018 год. Следующий слайд. Вы были в Орехово-Зуевском перинатальном центре, он уже отремонтирован, внешний вид здания как внутри, так и внешне он изменился. Следующий слайд. В Щелково 12 объектов тоже полностью мы завершаем. Следующий слайд. Уже вышли с 8 объектов, можно видеть, в каком состоянии находилась поликлиники в грибковом поражении стен. Сейчас стены уже в другом состоянии. Следующий слайд. То же самое, следующий слайд, это Пощелково по поликлиникам. Ремонтируется вся инфраструктура. Следующий слайд. Детская поликлиника. Мы выполняем брендирование по поликлиникам. Есть соответствующий стандарт по оформлению входных групп. Следующий слайд. В Коломне 25 объектов, 4 объекта переходящих. Ну, руководитель доложит более подробно. Следующий слайд, если можно. Видно, тоже меняются фасады поликлиник, внешнее благоустройство. Эта поликлиника находится рядом с Вадимом с перинатальным центром, поэтому все в едином стандарте по оформлению мы стараемся делать. Следующий слайд. Следующий слайд, если можно. 6 приоритетных проектов, которые имели высокую социальную значимость. Вы уже обозначили Королев. Вот мы сейчас находимся на ремонте 2-3 этаж, полностью вышли с 7 по 6 этаж по оформлению. В ноябре мы завершаем данный объект, который запланировали, переходим на следующие этапы ремонта в данном лечебном учреждении. Следующий слайд. Заканчиваем ремонтные работы в клинико-диагностическом центре Ступино, как фасадная часть, так и благоустройство территории внутреннего оформления. Следующий слайд. Заканчивается ремонт, и в конце этого месяца мы должны выйти из Ликино-Дулево. Сейчас вопрос решается по благоустройству и завершению некоторых фасадных работ. Больница находилась в крайне плачевном состоянии, население готово было перекрыть дороги, требуя изменения с содержания и оказания медицинской помощи. Объект значимый, и нам есть что показать по завершению этого ремонта. Следующий слайд. Родильный дом Мытищих, тоже учреждение родовспоможения. На сегодняшний момент учреждение претендует на переход в статус перинатального центра с учетом ремонтных работ и покупки соответствующего диагностического оборудования. Следующий слайд. Изменился облик во Власихе поликлиники. Тоже было очень много жалоб. Можно видеть, в каком виде находилась поликлиника. Тусклых тонах, и на сегодняшний момент как и внешнее, так и внутреннее благоустройство для власти совершенно в другом состоянии находится. Следующий слайд.
Инфекционная больница, видно, в каком состоянии это находилось в Клину. Сейчас полностью учреждение работает. И внутреннее, и внешнее инфекционное отделение детское совершенно преобразилось для жителей Клинского района. Следующий слайд. Также хотел бы обратить внимание для глав. У нас еще есть приоритетные много объектов по Королеву, по Красногорску. Здесь обозначен адресный список. Достаточно большие суммы мы вкладываем в эти объекты. Следующий слайд. И эти объекты, в общем-то, являются тоже социально значимыми, помимо тех, которые я обозначил уже с фотоотчетом. Мы где-то завершаем уже работы по ним, где-то мы заходим, завершаем в конце 2018 года. Прошу обратить внимание, так же, как Андрей Ильич поручил, персонально вести эту тему, потому что суммы очень большие. Следующий слайд. У нас есть, к сожалению, пока рисковые объекты. В рамках дорожных карт Ирина Вячеславовна тоже это обозначит. У нас есть 18 муниципалитетов, где мы частично отстаем по проведению проектно-изыскательских работ в связи с тем, что очень низкая подготовка была и документация по зданиям находилась в тяжелом состоянии, что требовалось их подготовку. Пока мы находимся в желтой зоне, я прошу тоже как бы нам помочь максимально по координации этой работы. Почему у вас Щелково два раза написано? Щелково первое, Щелково четвертое. Четыре объекта. Ошибка? Да, это техническая ошибка, я извиняюсь, Андрей Ильич. Извиняюсь. Соответственно, вот по этим объектам у нас по дорожным картам есть рисковые объекты. Так остальное у нас, в общем-то, в плановом порядке. Спасибо. В завершение этого вопроса еще раз прошу, требую, приказываю главам муниципалитетов, профильным министерствам строительства и здравоохранения жестко контролировать сроки капитального ремонта в веренных вам территориях. В случае, если происходят какие-то срывы, сообщать об этом и реагировать немедленно, не ждать, когда эта проблема, так скажем, переходит в статус неразрешимых. Прошу контролировать и докладывать мне ежемесячно о ходе капитального ремонта в системе здравоохранения. Сегодня мы находимся на такой стадии, когда должны пройти этот этап и быть уверенными, что все объекты здравоохранения выглядят соответствующим, современным, качественным образом. Также напоминаю, что кроме капитального ремонта мы большие деньги выделяем на оснащение современным оборудованием. Это еще одна компонента, которая позволит нам обеспечить совершенно другое, иное качество здравоохранения. Обращаю на это внимание и даю соответствующие поручения. Прошу ежемесячно докладывать.